Всем-всем здравствуйте! С вами вновь телестудия ОККО и мы ее ведущие Анна Соколова и Кирилл Молоков. Сегодняшний телеурок мы хотим начать с юбилейной даты. 24 ноября исполняется 270 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова, великого полководца, генералиссимуса, генерал-фельдмаршала. А расскажет о нем ведущий рубрики «Великие люди России» Вадим Пупков. Александр родился 24 ноября 1730 года в Москве в семье генерала. Получил свое имя в честь князя Александра Невского. Детство его прошло в деревне, в имении отца. Несмотря на то, что мальчик был слабым и часто болеющим ребенком, он мечтал стать военным. Поэтому занимался изучением военного дела и укреплял свою физическую подготовку. И вот его мечта сбылась. В 1742 году Суворов был зачислен мушкетером в Семеновский лейб-гвардии полк, в котором в 1748 году начал действительную военную службу, постепенно повышаясь в чинах. В это же время проходило обучение в сухопутном кадетском корпусе. Первой крупной военной кампанией с участием Александра Васильевича, уже в качестве офицера, стала Семилетняя война 1756-1763 годов. Вначале он служил в тылу и отвечал за снабжение в армии, но уже скоро был переведен в действующую часть. В одном из сражений против прусаков командовал небольшим отрядом казаков, захватил полевой караул неприятеля, отбил отряд гусар, добрался до тылов врага и даже увидел в отдалении шатры короля Фридриха II. Семилетняя война стала для Суворова отличной школой. Он не только лично поучаствовал в сражениях, но и смог, опираясь на полученный опыт, разработать собственную тактику и систему подготовки войск. Полководец тренировал своих солдат, обучал их стратегии и тактике, показывал, как правильно ходить в атаку, как действовать в бою. При этом сам строго придерживался воинской дисциплины. Не забывал военачальник и о командном духе, постоянно подбадривая подчиненных. Меткие выражения Суворова стали впоследствии афоризмами. Дисциплина – мать победы. Учение – свет, а не учение – тьма. Тяжело в учении, легко в бою. Сам погибай, товарища выручай. Мы русские, и поэтому мы победим. За свою военную карьеру Александр Васильевич Суворов ни разу не позволил противникам одолеть себя в сражении, и поэтому они признавали его как величайшего полководца. Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след в истории русской армии. Он воспитал плеяду замечательных военачальников, среди которых наиболее выдающимися были Кутузов и Багратион. За свои заслуги перед Родиной Александр Васильевич стал обладателем всех русских военных орденов того времени, а также многих иностранных наград. Также Суворов стал первым в России человеком, кому был установлен памятник при его жизни и посвящен особый мемориальный музей. Что мы знаем о нашей малой Родине? Что интересного можем рассказать гостям о ней? Почему наши предки поселились именно тут? И в чем особенность местных обычаев? На эти и другие вопросы и попыталась ответить участница Всероссийской краеведческой олимпиады Елена Гетманенко. С какими результатами она подошла к финалу, узнала у нее Анастасия Малиновская. Данная олимпиада была подготовлена с целью повышения интереса у молодых людей к историческому наследию своей страны и малой родины. В своей секции «Летопись родного края» Елена заняла второе место, став призером. Сегодня мы попросим ее подробнее рассказать об этом событии. Привет, Лена. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на эту олимпиаду? Привет. На эту олимпиаду я попала после участия в конкурсе «Уральский характер», который ежегодно проводится в Свердловской области. Расскажи поподробнее об этой олимпиаде. Олимпиада проходила в три тура. Первым туром прошло онлайн-тестирование. Вторым туром была уже привычная для меня атрибуция музейных предметов, то есть описание их по всем правилам музееведения. Ну и третьим этапом, завершающим, была совершенно новая для меня форма работы — мини-исследование. Оно заключалось в том, чтобы создать небольшую исследовательскую работу, отталкиваясь от отправной точки, которую дали организаторы. Сколько человек участвовало и как проходила данная олимпиада в такое непростое время?
В Олимпиаде участвовало около 30 человек. Участники были со всей России. Я точно помню, что были ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области. И все мы работали на одной онлайн-платформе. А что ты нового вынесла с данной Олимпиады? В первую очередь, это была работа с новыми для меня инструментами, которые работают онлайн. Возможность отточить свои навыки и попробовать себя в новой стезе. А кто помогал тебе готовиться к данной Олимпиаде? Подготовке мне помогал весь архив Музея политехнической гимназии, а моей наставницей стала Елена Владимировна Юдина, которая помогала мне в подборе материала, поиске информации и стала для меня основной моральной поддержкой. А расскажи о своих планах на будущее. В ближайшее время я планирую участвовать в ежегодных конкурсах, которые проводятся в Свердловской области, и работать в Музее политехнической гимназии, создавать медиапродукты и экскурсии. Лена, мы желаем тебе удачи в дальнейшем. Дерзай и побеждай! Спасибо. Да, каждый год у гимназистов появляется возможность проявить себя в той или иной сфере, участвуя в различных конкурсах и олимпиадах. При этом наши ребята добиваются отличных результатов. Пример тому и две старшеклассницы, с которыми мы сейчас познакомимся. А поможет нам в этом Екатерина Шатунова. С 28 марта по 3 октября этого года проходил всероссийский конкурс «Большая перемена». «Большая перемена» — это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-11 классов. В рамках конкурса учащиеся со всей России смогли пройти профессиональное тестирование на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов, представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. Финал конкурса прошел в Международном детском центре «Артек». Из миллиона старшеклассников, участников всероссийского конкурса «Большая перемена», только 1200 прошли в финал. Среди них наши гимназистки – девятиклассница Диана Домрачева и одиннадцатиклассница Валерия Золотарева. Совсем недавно девушки вернулись из «Артека», где стали победительницами в своих категориях. Сегодня девушки – наши гости. Привет, девчонки! Привет! Привет! Что за конкурс «Большая перемена»? «Большая перемена» — это конкурс для школьников, целью которого являлось выявить самую креативную молодежь России. Расскажите подробнее, как вы стали участницами этого конкурса? Мой путь на «Большой перемене» начался спонтанно. 23 июня, в последний день первого этапа, и по совместительству в мой день рождения, я отправила свою заявку на конкурс. Лера, можешь вкратце описать ваш финальный проект «Образ школы будущего»? Конечно, могу. Наша команда решила изменить систему образования в России, и мы придумали высокотехнологичную школу, в которой хочется учиться, и после окончания которой ребенок будет конкретно знать, кем он захочет стать в будущем. С какими известными людьми вам посчастливилось встретиться в «Артеке»? Действительно, в «Артеке» нам посчастливилось познакомиться со многими известными людьми. Среди них такие известные государственные деятели, как Андрей Александрович Фурсенга, Сергей Владиленович Кириенко. Также некоторые ребята смогли пообщаться с Владимиром Владимировичем Путиным, а также известными артистами и спортсменами. Что вам запомнилось больше всего за период работы в «Артеке»? Какие были самые яркие моменты? Мне за период пребывания в «Артеке» больше всего понравилась атмосфера, царившая в этом месте, потому что школьники со всей России собрались там в одном месте, и мы могли обмениваться опытом, который, безусловно, будет полезен мне в будущем. Это было незабываемо. Больше всего мне запомнились два ключевых события смены, первый из которых — это день решения кейсов, когда мы с командой разрабатывали образ школы будущего, а второй — это церемония закрытия, на которой нам сказали имена победителей. Победа. Была ли она ожидаема? Что она дает вам? Разумеется, я не могла знать, что я выиграю, но и в своих силах я не сомневалась. Я выиграла 1 миллион рублей, которые потрачу на свое дальнейшее обучение.
Я изначально ставила себе цель победить, но не была до конца уверена в ее успешной реализации. И вот, когда на церемонии закрытия мое имя объявили в списках победителей, радости не было предела. Это незабываемые эмоции, которые невозможно описать словами. Знаю, что в следующем году в этом конкурсе могут принять участие школьники с 5 по 11 класс. Что бы вы могли пожелать будущим участникам? Я бы хотела пожелать будущим участникам не сомневаться в своих силах, верить в себя и не бояться продвигать свои креативные идеи, потому что на этом в дальнейшем будет строиться наша страна. Да, я полностью согласна с тобой, Лера, и также хотела бы дополнить, что желаю ребятам выбрать наиболее интересное им направление, в котором они действительно хотят развиваться. Спасибо, что пришли и поделились с нами интересной информацией. Еще раз поздравляем вас и желаем вам удачи и реализации ваших проектов в будущем. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас слово Милене Воробьевой, которая познакомит нас с достижениями в изучении иностранных языков педагогами и учащимися политехнической гимназии. Кстати, вы знаете, что для педагогов тоже проводятся конкурсы? Такие, например, как Международная олимпиада учителей предметников «Профи-2020». 1 ноября прошли состязания второго тура олимпиады по английскому языку, которые в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводились с использованием интернет-системы наблюдения за участием в олимпиаде. Уровень владения предметными компетенциями в дистанционном режиме проверяли почти 600 педагогов. Среди них учитель английского языка политехнической гимназии Елена Александровна Тропянская, которая отметила, что задания олимпиады с каждым годом становятся все сложнее. Уровень невероятно высокий, оттого вдвойне приятно, что в международном рейтинге по английскому языку Елена Александровна заняла второе место, с чем мы ее от души поздравляем. А еще мы поздравляем всех участников прошедшего недавно открытого турнира переводчиков «Лингва-2020». В этом году наши гимназисты получили 153 диплома 1, 2 и 3 степеней по английскому языку и по 17 дипломов у ребят, которые переводили тексты с немецкого и французского языков. Наше поздравление, конечно, и учителям иностранных языков, тем, кто готовил участников к турниру. 24-й областной конкурс молодежных СМИ «Портрет поколения» в этом году назывался «Через испытание к здоровому образу жизни». Автор и ведущая нашей постоянной рубрики о здоровье Анна Скороходова стала обладательницей диплома и ценного приза этого конкурса. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Здоровый образ жизни». Смотрим внимательно! Здравствуйте! Сегодня тема нашей беседы – здоровый сон. Казалось бы, о чем тут говорить? Поспать всласть все мы любим, особенно по утрам. И тем более, если вечером допоздна засидимся за уроками. А правильно ли это? Почему детям и подросткам так важно высыпаться? Во время ночного сна происходит очищение мозга от продуктов обмена веществ. Поэтому недосыпание ощущается как интоксикация, то есть отравление. Недостаток сна может снижать иммунитет, и человек становится более подвержен различным заболеваниям. Недосып сказывается и на работоспособности мозга. В период отдыха мозг обрабатывает полученные за день данные, упорядочивает нейронные связи. При недосыпании страдают нейроны мозга, из-за чего происходит нарушение памяти. Чем сильнее недосып, тем больше эффект. Мы не можем запомнить новый материал, полученная информация забывается через несколько минут. Мозг человека формируется до 21 года, и достаточный сон для его нормального развития просто жизненно необходим. К тому же мы выяснили, что сон – это не только время отдыха, но и помощь нашему иммунитету. А сколько нужно спать, чтобы сон был не во вред, а на пользу? На вопрос, сколько нужно спать подростку, однозначного ответа нет, потому что это зависит от особенностей организма. В подростковые годы норма здорового сна составляет 8,5-10 часов в сутки. Важно соблюдать правильный режим сна, чтобы организм успевал восстанавливаться после умственных и физических нагрузок. Если подъем в 7 утра, то чтобы выспаться, ложиться спать надо не позже 22-23. Если вставать нужно в 6:30, то укладываться спать следует в 9 вечера. И помните, самое благоприятное время для сна – период до полуночи. А какие еще существуют правила здорового сна, кроме соблюдения режима? Рассмотрим некоторые из них. Свежий воздух в спальне – залог здорового сна. Поэтому перед сном спальню необходимо проветривать.
Температура воздуха в помещении для сна не должна превышать 22 градусов. На качество сна влияет и поза, в которой вы спите. Наиболее правильной врачи считают позу на спине. Ее следует намеренно принимать, готовясь ко сну. Так уменьшается нагрузка на сердце, выпрямляется позвоночник. Сон на боку подходит большинству людей. В этой позе позвоночник приобретает физиологический изгиб, мышцы спины расслабляются. Поза на животе, пожалуй, самая вредная. Повышается нагрузка на грудную клетку, что затрудняет дыхание. А вынужденный поворот головы на бок может нарушить кровоснабжение головного мозга. Подушка, на которой вы спите, не должна быть слишком мягкой, чтобы голова не утопала в ней. Но и не должна быть слишком твердой, в этом случае будет напрягаться шея. Самые полезные подушки для сна – ортопедические. Их форма повторяет естественный изгиб шеи и делает наш сон комфортным. Сегодня мы выяснили, что здоровый сон – залог душевного и физического здоровья человека. Так что желаю вам каждый вечер спокойной ночи и приятных снов. А по утрам – бодрости и хорошего настроения. До новых встреч! На этом сегодняшний телеурок подошел к концу. Желаем всем крепкого здоровья! А пока! Пока!